Я рад сегодня видеть вас и рад приветствовать в этот воскресный день. Мне также очень приятно видеть дорогих людей на этом месте. I'm also so happy to see precious people in this place. Наших друзей. Our friends. Давайте мы их по-особенному поприветствуем. Let us greet in a special way. Это Дмитрий и Валентина Головины. Они Dmitry сегодня с нами. Dmitry and Valentina Golovin, they're with us today. Чудесные люди. Wonderful people. Всегда приятно с ними общаться. It's always wonderful to fellowship with them. Сейчас находятся во Флориде. Currently they're living in Florida. Поэтому мы имеем только вот такие короткие свидания. That's why we only get to see them for such short periods of time. Также вы знаете, перед собранием also, you know, before service, я поговорил с одним дорогим братом моему сердцу. I spoke with one of the brothers that's very dear to my heart. И он говорит, что молись за меня. And he said, pray for me. Я, говорит, просто собрал силы, чтобы прийти сегодня на это собрание. I just gathered the strength to come to this service. Он говорит, я мог бы остаться дома. He said, I could have stayed home. Но мне так хочется быть среди детей But I wanted Божьих. To be amongst the people of God so much. Вместе объединиться в прославлении. To unite together in worship. В молитве. In prayer. Хотя мне бывает очень тяжело. Even though sometimes it's very difficult for me. Я очень рад, Александр Антипов. I'm very happy to see Alexander За тебя, Antipov. Дорогой брат. It's so good to see you. Что ты преодолеваешь это все. So continue overcoming. Вы знаете, от этого человека я многому From this учусь. Person, I'm learning so much. Потому что проходя через определенные сложности в жизни. Because going through certain very difficult parts of his life. На его лице я никогда не встречал уныния и разочарования. I've never seen disappointment or doubt in his face. Есть люди, которые сегодня утром проснулись. There are people that woke up this morning. Может быть, они полночи просидели за компьютером. Maybe they sat at night with the computer. Может быть, смотрели какие-то развлекательные ролики. Maybe they watched some entertainment. И утром они поняли, что они не выспались. And in the morning they realized that they didn't sleep. И они приняли решение. And they made the decision. Как здорово. How wonderful. Что есть такая технология. That there is technology like that. Что сегодня мы можем просто через онлайн. That today just through the internet. Даже не вылазя из кровати. Not even leaving our beds. Быть на этом собрании. We're able to come to this service. Но я так рад за тех людей. But I'm so happy for the people. Которые, находясь на этом рубеже. That are on this spot между смертью и жизнью between life and death, они прилагают нечеловеческие усилия they're putting more than human efforts, чтобы быть с нами to be with us, чтобы разделять это общение to share this fellowship, чтобы прославлялось имя Иисуса Христа for the name of Jesus Christ to be glorified. Аллилуйя. Вы обратили внимание, когда заходили в церковь, Did you notice when you were coming into the service, что вас так вежливо встречали, that people were greeting you, раздавали вам такие вот информационные листочки. Giving you some sheets with information. Это говорится о том, This is showing что идет серьезная подготовка a serious preparation is on its к тому, чтобы нам начать англоговорящее for служение. Us to begin our English speaking service. И на протяжении всех этих месяцев, And over the past months, буквально с начала года, beginning with the beginning of this year, мы думали, что начнем через 2-3 месяца. We thought that we were going to start in 2 or 3 months. Но вы знаете, как важно, But how important it чтобы is был правильный фундамент. For us to have the right foundation. Как важно, чтобы строение было на мощном фундаменте. How important it is to have the building built on a strong foundation. Поэтому все эти месяцы, That's why all these months, они не просто прошли. They haven't just passed by. В каком-то непонятном ожидании. In some weird expectation. Все эти месяцы. All these months. Это работа над тем. Have been used. Чтобы был заложен фундамент. For the foundation to be laid. И я так рад. And I'm so happy. Что этот фундамент закладывается. That this foundation is being put down. 14 сентября. On September 14th. Как вы уже слышали на ролике. As you've already heard in the video clip. Мы начнем это первое служение. We will have this first service. Первое англоговорящее служение. First English-speaking service. Оно начнется у нас в 9:30. It will start at 9:30 in the morning. Начало или открытие этого служения. The opening of this service. У нас не будет второго русского потока. On that day we will not have a second Russian-speaking service. На первом служении. On the first service. Конечно, мы больше будем говорить на английском yes, языке. Yes, we'll speak more in English. Но также будет и перевод на русский. We will also have Russian interpretation.
Поэтому это будет продолжительное служение. So this will be a continuation of the service. Где мы услышим ряд свидетельств. Where we'll hear multiple testimonies. Будут особенные молитвы. Special prayers will be made. Молитва благословения. Prayers of blessing. Благословение за команду. Blessing of the team. За людей, которые непосредственно возьмут это бремя. Blessing of the people that will be carrying this burden. Чтобы действительно Бог что определил for God to prepare, сделать в этом городе, and do what he wants, в этом штате, in this city, в других штатах, in this state, in other states, чтобы он совершил через англоговорящую церковь for him to do through the English-speaking church. Поэтому одно из таких направлений, so one of these directions, то, что я бы хотел поговорить сегодня, what I'd like to talk about today, вообще я буду говорить сегодня о ведении. I'm going to be talking about vision. Я назвал это слово такой темой. I've called this word this служение людям это служение Богу. Serving people is serving God. Может кто-то скажет, надо наоборот. Maybe somebody will say, maybe you have to do opposite. Это служение Богу, служение людям. Serving God is serving people. Я согласен. I agree. То есть от этих перестановок мало что меняется. So changing those two spots, little changes. Но я именно сознательно определил, but consciously I decided, что служение людям, that serving people, это служение Богу. Is serving God. Потому что есть невидимая часть, because there's an invisible part, и есть видимая часть. And there's the visible part. Иисус сказал определение в отношении дерева. Jesus said, or determined something about a tree. Он говорит, по плодам узнаете. He said that you will know it by its fruits. По действию. According to its потому, actions, какие плоды она приносит. According to the fruit that it brings. Сегодня я хочу подчеркнуть, today I want to underline, что наша христианская жизнь, that our Christian life, она будет выражена, will be expressed, не просто когда мы любим Бога, not just when we love God, никто не знает, and nobody knows, где-то в потаенной комнате, somewhere in the hidden room, приходят откровения, revelation я comes, его познаю, I learn it. Я так богат откровениями о Боге. I am so rich with revelations of God. Но в жизни нету никаких действий. But in my life there's no action. То я бы хотел сегодня, I'd like to tell you today, чтобы мы услышали это слово. For us to hear this word. Я верю, что Господь положил это мне на сердце. I believe that God put this on my heart. И сегодня будет определенный пересмотр. And today there's going to be a certain re-inspection. Определенные вещи, которые Дух Святой будет высвечивать. Certain things that the Holy Spirit is going to enlighten. Я хочу подчеркнуть, I'd like to underline, что в нашей церкви очень много служений, there are many ministries, куда нужно, на что нужно обратить сейчас внимание. Where we need your attention to be turned to. Все эти служения, они имеют определенное направление. All these ministries have a specific direction. Конечно, это новое служение, которое мы начинаем в церкви. Of course, this is a new ministry that we're starting in our church. Это служение американскому народу. The ministry in English-speaking or for English-speaking people. Людям, среди которых мы живем, amongst the people that we live, пришло время, the time has come, чтобы начать трудиться на этих полях. For us to start working on these fields. Я так рад, что за это время, I am so happy that in the past years, за 20 лет, the 20 years past, в этой церкви, in this church, прошло очень много различных вещей. A great amount of things happened. И Бог, Он использует эту церковь. And God uses this church. И в основном это было направление на русскоговорящих. And primarily this was directed towards Russian-speaking people. Но сейчас, как никогда, but today, like never before, я вижу, что это поколение, I see this generation, для которых английский язык for номер один, the English language has become primary. Они думают на нем, they think in English, они общаются больше времени на нем, they fellowship primarily in English. Мы не имеем права их ограничивать. We don't have the right to limit them. Мы не имеем права просто их держать в стенках русскоговорящей церкви. We don't have the right to just hold them in the walls of a Russian-speaking church. Кто-то мне уже говорил об этих Somebody вещах. Has already told me about this. Сергей, ты не боишься, что может произойти разделение? Sergey, are you not afraid that division might start? Разделение не произойдет. Division will not start. Произойдет умножение. A multiplication will start. А мы за умножение. And we are for multiplication. Мы за то, чтобы было много плода. We are for us to have much fruit. Поэтому я очень рад. That's why I'm very excited. Что будет еще одно служение? That there will be yet another service. На английском языке. In English. Будет еще служение. There will be another service. На испанском языке. In Spanish. Может быть еще служение. Maybe another service. На каких-то других языках. In some other language. Не имеет значения. It doesn't matter. Главное. The most important thing. Чтобы проповедовался Иисус. Is for Jesus to be preached. И это слово достигало сердца людей. For this word to reach people's hearts. И чтобы еще многие на этой земле. And for many people. Независимо от того. Independent. На каком языке они услышат. Of what language they will hear. Благую весть о спасении. The good news of the gospel, могли принять Иисуса в свою жизнь. They would be able жизнь. To accept Jesus into their life.
Поэтому мы имеем прекрасное здание. That's why we have a wonderful building. Которое у нас реализовывается не в полноте. Which is not utilized in its fullness. Очень много площади пустует. There's so much empty space. И я не думаю, что Бог просто дал нам это здание, чтобы мы имели общение в какой-то только части. For us to just have fellowship in one certain part of it. Я знаю, что это служение, где будут собираться разные национальности. Это церковь, где будут собираться разные национальности. This is a church where many nationalities разные народы. Different people will gather. И мы призваны служить им. And we are called to serve them. Во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Поэтому я бы не хотел, чтобы вы оставались в стороне. That's why I wouldn't like you to stand on the side. Может быть, кто-то спросит, maybe somebody's gonna ask, а как нам быть? How can we work? Как нам быть, когда начнется английское служение? What do we do when the English service starts? Кто-то определится. Somebody's gonna find a place. И будет только участвовать and will only в английском служении. In the English service. Кто-то определится и будет только в русскоговорящем потоке. Some will participate only in the Russian service. Как шло у нас, так оно и будет. As it was going, it will continue to go. Но кто-то будет but и в английском потоке. Will work in English, и в русском потоке. And in Russian. Но в этой церкви, but in this church, возможно, будет несколько, на нескольких языках maybe проходить we служение. Will have services in different languages, но это будет одна церковь, but it will be one church, которая будет служить Иисусу that will serve Jesus, и достигать погибших and will людей. Reach the lost. Аллилуйя. Hallelujah. Поэтому мы должны благословлять в этом направлении. That's why we must bless this direction. И все будет хорошо, я вам скажу. And everything will be good, I'm telling you. Меня это радует. This excites me. Вообще, перемены — это здорово. Change is good. Это заставляет нас this forces us как-то по-особенному to, искать in Бога. A special way, start seeking God. Поэтому, где вы работаете? So where you work, где вы учитесь? Where you study, где вы живете? Where you live, может быть, где-то кого-то встречаете? Maybe you meet people, encounter people. Вы имеете полное право right приглашать англоговорящих на служение, которое будет полностью проходить на английском языке для этих людей. 14 числа 14th, у нас просто будет начало. Мы собираемся всей церковью. Вся church. Церковь приходит. Приглашаем гостей. Приглашаем гостей, приглашаем знакомых. И это будет особенное служение, которое мы начнем в 9:30. Так что у нас есть чуть больше месяца. So we have a little more than a month. Давайте мы правильно будем это рассматривать. Let us look at this in the right way. Правильно подходить. Let us come up to this and approach и, конечно, this in the right way. Будем молиться в этом and направлении. We will be praying about this. Что я скажу по отношению определенных служений в нашей церкви? What I can say about certain ministries in our church. Кроме разных служений, ашерского служения, besides different ministries, usher ministry, video ministry, есть разные служения, которые они незаметны, they're different, unnoticed ministries, но они такие важные. But they're very important. Радиослужения, radio ministry. Есть и служения, где люди просто, это служение помощи, посещают. There's ministries of helps where people are visiting people. И некоторые люди даже, может быть, не знают об этих служениях. Но на что бы я бы хотел, чтобы мы обратили внимание? Возможно, больше всего это обращение я делаю к молодежи. Maybe I'm doing this primarily to the young people. Могли обратить на возраст. If you could notice the age, на подростковый возраст. The teenage age. Вы знаете, церковь имеет видение спасать с улицы людей. The church does have a vision to save people from the streets. Возможно, нужно это видение нам обновлять. And maybe we have to continue renewing для того, this чтобы увидеть этих погибших на улице. For us to see these dying people on the streets. Но плохо. But it's bad. Когда мы теряем в нашей церкви. When we lose people in our на подростковом возрасте. In their teenage years. Наших детей. Our children. И потом мы их начинаем спасать на улице. And then we start saving them from так the streets. Так не должно быть. That's not how it's supposed to work. Причина, почему это происходит. The reason why this is happening. Потому что на подростковом уровне. Is because in the teenage years. Мы не рассматриваем. We did not look at через что проходят подростки. Through what they're going through. С какими трудностями они what встречаются. What difficulties they're encountering. Какие искушения. What temptations they face. What trials? Что на их душевном уровне происходит? What's happening in their soul? На их переходном возрасте? In their transitional years. Вы знаете, мир, the world, он не теряет свои возможности. It doesn't lose its opportunity. Посеять им свое злое семя. It tries to sow its evil seed.
Затащить их в свои мутные воды. It tries to drag them into the murky waters. Вы знаете, этот мир, this world, он настолько быстро демонизируется, is so quickly demonized, через средства массовой информации, through the mass media, через телевидение, through television, через интернет, through the internet. Это настолько программирует людей. It programs people. Люди начинают одинаково думать. People start to think alike. Греховно думать. Think in a sinful way. То, что было стыдно говорить 10 лет назад. What was even shameful to speak about 10 years ago. Сегодня этим люди гордятся. Today people are proud of that. Вот в какое время мы живем. That's the years, that's the age Поэтому that we live in. Мы ответственны. And that's why we're responsible. За то, чтобы сегодня for us today, подростковому поколению, to the teenage молодым people, людям, to the young people, мы могли внести правильное семя. We're responsible to deliver the good seed. Я хотел бы, I would like, наряду с тем, in line with all of this, что молодежь и подростки, that youth and teenagers, это такой немножко разный возраст. It seems like it's a different Вы знаете, age. Там год уже решает. You know, one year matters at that point. Кому-то 15 лет, кому-то 16. Somebody's 15 and somebody's 16. И уже тому, кому 16. And the 16-year-olds, он уже такой взрослый. They feel so adult, so он уже смотрит на 15-летнего. They're looking at the 15-year-olds, это вообще ребенок. That's just a child Но to him. Он там понимает? What does he understand? Я уже что-то знаю. I already know something. Вы знаете, это все нормально. And, you know, that's all потому natural. На детском уровне через все это проходим. All kids go through this. Вы знаете, подростковый период, он такой один из тяжелых the периодов. Teenage years are some of the difficult years. Потому что они уже себя считают взрослыми. Because they consider themselves mature. И еще много детства в их жизни. And yet there's a lot of Мы все через это проходили. Childish things in their lives. We all went through this. Но что важно вот для нас как церкви? But what's important for us as a church? Это не просто их рассматривать. It's not just to look at them. Ничего, подрастут, узнают. It's okay, they're gonna grow up and they'll figure it out. Но, может быть, опуститься на их But уровень. Maybe come down to their level. Подружиться с ними. Become a friend. Не только собрать их и Don't рассказать just им, gather them and tell them, и рассказать им о каких-то правильных вещах. Tell them about the right ways to live. Но обращать внимание, когда мы их встречаем в церкви, when we see them in church, в холле встречаем. In the hallways, вы знаете, результатов не будет. There won't be any results. Если мы поговорили с подростками, if we talk to the teens, объяснили им какие-то вещи, explain to them something, и когда мы пришли на общее собрание, and then when we come to the, general service, и увидели этих девочек и мальчиков, and we see these young boys and girls, и прошли мимо, как and будто we just мы их pass не знаем, by them as if we don't know them. Вы знаете, в наших словах наставления, in our words of encouragement, тогда нету никакой силы. There will be no power. Общение Fellowship это то, что позволит нам передать will allow us to pass this наши thing. Переживания, our experiences, свидетельство, которое мы имеем об the Иисусе, testimony we have of Jesus, то, через что мы проходим. That what we go through. Поэтому я вижу сегодня That's why I see в этой церкви in this church, одно из важных направлений one of the very important directions, это не упустить этот возраст, is not to miss this age, чтобы у нас не было потерь, for us not to have the loss, чтобы мы их не вылавливали где-то с улиц, for us not to try to fish them out но чтобы of the они 17-18 лет But so that in their 17, уже были стабильными, they would be stable, сильными strong служителями Божьими. Это возможно, возлюбленные, если мы сейчас будем вкладывать в них. Поэтому, конечно, я так сказал, что в первую очередь к молодежи. Yes, maybe I said this is primarily они to the young people. Поближе к ним. They are closer in age Но это относится ко всем. But this deals with everyone in the church. К родителям относится. Especially to the parents. Относится в том плане, с кем it, ваши дети дружат, с кем общаются. With who are your children friends with? Who are they fellowshiping Что with? Они смотрят? What are they watching? Где они проводят время? Where are they spending their time? И, конечно, уже в таком возрасте. And of course, at that age, нотация не сильно помогает. Just lectures do not help. Но общение, But fellowship does. Внимание, Attention когда does. Мы замечаем, when we notice things, когда мы проводим время, when we spend time, это имеет силу. That has power. Я бы хотел обратить ваше внимание, And I'd like to turn your attention, чтобы мы не пропустили этот for возраст. Us not to miss this age. Вообще-то я верю, I believe, что в этой церкви есть все, that in this church we have everything, чтобы мы могли принести много плода for us to bring forth much fruit в Божье Царство. Into God's kingdom. Хорошо. All right. Я хочу прочитать такое место. I'd like to read a scripture. Это записано Филиппийцам, 2 глава. This is Philippians chapter 2. Мы прочитаем с 1 стиха. We're going to read from verse 1. С 1 по 5. From verse 1 to 5. Итак, это Филиппийцам, 2 глава, с 1 стиха по 5. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви,
если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны, единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого выше себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. У нас есть текст на английском языке, так что все англоговорящие вы можете следить. Я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на то, что апостол Павел говорит о соединении. В первом стихе он говорит, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение Духа, если есть какое милосердие и сострадательность во Христе, эти качества во Христе, мы можем на человеческом уровне это иметь. Но я сегодня хочу подчеркнуть важность положения во Христе иметь, потому что благодаря Иисусу мы являемся полноценными членами тела Его. Служение людям вне Христа или же вне церкви, это служение себе. Вы знаете, сколько людей ради своей славы, glory, ради влияния, influence, ради еще каких-то целей, kind of они that, что-то делают. Я слышал интервью одного человека, и у него спрашивают, вы помогаете многим людям, вы для чего это делаете? И он говорит, да. Said, yeah. У меня, мне по наследству досталось очень большое имение. И меня никто не знает. И благодаря вот этому, что я делаю, сегодня вы берете у меня интервью, я стал известным. Люди готовы даже имения раздавать, чтобы их имя где-то стало услышано. Люди могут делать что-то ради себя. Но когда мы во Христе, Павел говорит, что во Христе, когда мы имеем любовь, когда мы имеем это соединение, общение Духа, сострадательность, он говорит, дополните мою радость. Says, fill my joy. И дальше он перечисляет, имейте одни мысли. Lists, не поступайте неправильно с ближним. И вы знаете, одно из таких ключевых стихов здесь также. Here, он говорит, не о себе только каждый заботься. Но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, you, какие во Христе Иисусе. Он сказал, не такие, как у меня, says, like mind, а какие во Христе. Во Христе Иисусе. Вы знаете, в церкви church, есть разные люди. Я сегодня, как никогда, хочу подчеркнуть, today, like before, кто бы вы ни были, no matter who you are, вы призваны Богом, you were called by God, чтобы служили Ему, to serve Him, служили людям, to serve people, чтобы вы приносили плод. To serve fruit or bring кто бы вы ни были, no matter who you are, закончили вы высшее, имеете вы высшее образование, whether you have a higher education, или не имеете, or not, имеете вы какую-то позицию, whether you have a position somewhere, или не имеете, or not, Бог спас вас, God has saved you, и Он наделил свою способность, and He has given you His abilities, чтобы вы были Его служителями, for you to be His ministry, служителями Нового Завета. Minister of the New Testament. Мы призваны им. We are called by Him. Вы знаете, есть люди, you know, there are people, которым важна позиция. That, whose position is important to them. Они хотят иметь позицию. They want to have this position. Вы знаете, позиция – это хорошо. Position is good. Потому что это определяет, возможно, род моей деятельности. The work of my, actions. Но когда люди имеют только позицию, but when people have just a position, и для них важна эта позиция, and they, this position is important to them, это не должно быть так в теле Христа. This shouldn't be so in the body of Christ.
Важно быть служителем. It's important to be a minister. Важно служение. It's important to serve. Важно служить. It's important to serve. Не имеет значения. It doesn't matter. Имею я позицию. Whether I have a position. Но я всегда могу иметь служение. But I can always have a service. Это служить людям. It is to serve people. Когда мы говорим о чувствовании, when we are talking about feelings, когда мы говорим о том, что как во Христе мы должны иметь, that we should have a mind that is in Christ. Оказывается, Христос, so it turns out that Christ, Он переживал боль, He experienced pain. Он также переживал, имел сострадание к людям, He experienced, compassion towards people. Он заботился о людях. He cared about people. Были разные вещи в его жизни, но он никогда не оттолкнул людей. Он всегда служил им. Почему сегодня христиане избегают служения людям? Одна из распространенных причин – это страх. Это страх взять ответственность. Это страх ущемить себя в чем-то. Somehow, limit myself in да, something. Есть страх ущемления. Yes, there's a fear of limiting yourself. О, я меньше буду иметь комфорта. Oh, I'm gonna have less comfort. Я что хочу делать, я уже не буду. Whatever I wanna do, I won't be able Вы знаете, to do. Служение людям, you know, serving people, оно ограничивает нас в чем-то. It limits us in something. Но вы знаете, есть вещи, but you know, there are things, которые связаны с ценностями. That deal with, value. Это ценности Божьего These Царства. Are the values or treasures of God's kingdom. Когда мы начинаем понимать, что мы не просто берем какое-то бремя burden, и тащим его, and we're dragging it, мы служим людям, we are serving people, как мы прочитали, as we've read here, не себе угождать, not pleasing ourselves, но людям. But serving somebody, стремимся к этому. Striving towards this. Да, мы, возможно, в жизни будем ограничены в yes, чем-то. Maybe we will be limited in something in the flesh. Но вы знаете, никто But no one не может заменить ту удовлетворенность, that satisfaction, радость, that joy, то, что мы делаем. When we do, это то, что мы переживаем внутри. And what we experience inside, что это мы делаем не ради людей, that we are doing this not for people, не ради себя, not for myself, а ради того, but for the one, который наделил меня who has made me capable, этими чувствованиями. With these feelings, чувствования, these feelings, которые во Христе Иисусе. That are in Christ Jesus. Есть люди, There are people у них есть страх who have fear, быть отверженными, to be denied, быть преданными. To be, betrayed. Я знаю, что такое служение людям. I know what it means to serve people. Есть определенные сложности. There are certain difficulties involved. Но всякий раз, But each time, когда мы не смотрим на это, we stop looking at that, на эти сложности, on these difficulties, а мы просто видим ценность and души. We just see the value in the soul. Тот, кто рядом с тобой, the person next to you, это ценный человек, is a valuable person, ценный в глазах Бога. Valuable in the eyes of God. Почему мы сегодня безразличны? Why are we so careless today? Почему нам сегодня нас не касается? Why do these things not impact us? Вы знаете, как сегодня, так скажу, сегодня часто можно услышать today такую фразу. You can often hear this phrase, меня это не касается. This doesn't bother me. Это не мой бизнес. That's not my business. Это не мое служение. That's not my ministry. И люди просто, они прихожане. And people are just visitors. Они пришли. They come. Хорошо, что еще воскресенье That's good that they at least come on Sundays. Для меня достаточно Some одного дня say, в неделю. You know what? That's enough for me. One day a week. Меня, говорит, это не касается. This doesn't bother me. А у того проблема. Oh, that guy's got a problem? Это касается пастора. That deals with the pastor. А вот там что-то случилось, oh, something happened there? Но меня это не касается. That doesn't bother me. Есть люди, которые there are должны people это who делать. Will take care of it. Кому-то надо свидетельствовать. Some people need to О, я не призван к этому. I'm not called to testimony. Есть другие люди. There are other people, they let меня them это do не касается. That doesn't bother me. Проверь свое сердце. Check your heart. Действительно есть место вот этим словам в твоем сердце, когда мы равнодушны. Одна из главных причин, почему людей не касается, потому что их давно уже Иисус не касается. Это одна из причин. Когда Иисус нас касается, us, мы имеем те же чувствования, которые в Нем. И тогда, кто бы переживал, no через что бы кто-то проходил, no через
какие-то потрясения, some kind of quakes, через какую-то боль. Some kind of pain. Меня это уже касается. It bothers me, потому что я во Христе. Because I am in Christ, и это касается and сердца it bothers Иисуса. The heart of Christ, и это передается and мне. It's passed on to и me. Я не могу быть безразличным. And I cannot be careless. Не нужно большого таланта, I don't need a lot of talent, чтобы открыть свои двери дома to open up the doors и пригласить кого-то. And invite somebody in. Не нужно сильно большого образования, I don't need a huge amount чтобы of education, встать в проломе и помолиться to stand за кого-то. Не нужно каких-то особенных красивых слов, I don't need special, beautiful sounding чтобы, возможно, кому-то подойти, to come up to somebody, положить руку на плечо to lay a hand on your shoulder, и сказать: «Иисус любит тебя». And say, Jesus loves you. Вы знаете, мы такие стали все особенные. So special. Отгородились друг We've от друга. Each other, or такие заняты. We're so busy. И нас ничего не касается. Однажды Бог спросит нас. Once God will ask of us, Он спросит, He will ask of us, почему это нас не касалось. Когда us? Рядом боль. When there was pain когда рядом us, какие-то трудности. When there were difficulties когда next рядом to us, столько нужд. When there are so many needs around us. Вы знаете, некоторые люди, Some people, хотя это в лучшем случае, though, я считаю, this is probably even in the best case, когда они видят проблемы when they see a problem, или какие-то недостатки в церкви, or lacks in the church, о, надо пастору сказать. Oh, I should tell the pastor. У него, похоже, глаза закрыты. His eyes must be closed. Сейчас мы все расскажем. We're going to tell him everything right now. Какие проблемы он что не the видит? Problems. What does he not see? А вот у того человека что that происходит? Person, look what's happening а вот him. Там что-то происходит. Oh, look what's happening over there. Это, конечно, лучшая And сторона. Of course, that's even the best case scenario, когда люди хоть так when реагируют. People at least react in such a way. Но вы знаете, я верю. But I believe Бог не просто нам показывает проблемы, God is not just showing us these problems, недостатки these lacks, или какую-то нужду. Or a need. Не для того, чтобы сказать пастору. Pastor, не для того, чтобы пойти еще к какому-то из служителей. Обратите внимание, там проблема. Hey, что я делаю, чтобы решить эту проблему? Как восполнить эту нужду? Как исправить need? Этот недостаток? Что я делаю? Если Бог показал мне, если я увидел какую-то цену, price, что я делаю для того, чтобы решить what это? Am I doing to pay or to solve this? Другие люди, они вообще ничего не замечают. Other people, they just don't notice им anything все равно. At all. They just don't care. Они продолжают говорить. They continue to say, это мне не касается. This doesn't bother me. Погибает мир, это the мне world's не касается. Dying, that doesn't bother me. Что-то в церкви произошло, это Something's мне не касается. Happening in the church, that doesn't bother me. Возлюбленное чувствование, Beloved, the feelings которые in the во Христе, mind, which are in Christ, они должны наполнять they must нас. Fill us. Тогда мы не будем безразличны. And then we will not be careless. Тогда нам не будет все равно. And then we will not just Тогда not мы care. Увидим это then we will notice и будем this, правильно реагировать. And we will react in the correct manner. Я хочу подчеркнуть также I want to emphasize такую важную деталь, a very important detail, что нас делает what makes us чувствительными sensitive и правильными людьми. With the right people. Давайте мы прочитаем еще одно место. Let's read another scripture. Это 26 глава Матфея. Matthew chapter 26. Это тот момент, когда Иисус находился в Гефсиманском саду. Jesus was in the Garden of Gethsemane. Он взял троих близких учеников с собой. Three disciples that were close to him. Он взял Петра. He took Peter. И взял Иакова и Иоанна. He took James and John. Он пришел в Гефсиманию. He came to Gethsemane. В 38 стихе он говорит им. In verse 38. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, прибудьте здесь и бодрствуйте со мною». Вы знаете, у Иисуса разные вещи происходили you know, в жизни. Different были и такие ситуации, There were instances, когда Его окружала огромная толпа when людей, he was surrounded by crowds of people, и они хотели побить Его. And they wanted to stone him. Некоторые хотели сбросить его с вершины скалы. И он мог пройти через них. Он выходил невредимым. Но вы знаете, в этой ситуации что-то особенное случилось. Иисус никогда не просил помощи. Он никогда не обращался и не говорил, поддержите меня в этом или в этом. Но здесь Он обращается к Своим ученикам. Он говорит им, пободрствуйте со Мною один час. Один час. Побудьте со Мною.
И он говорит, что душа моя скорбит смертельно. Смертельные муки были в душе его. Мы знаем, что была серьезная борьба в Гефсиманском саду. Вы знаете, до этого момента Иисус ничего не боялся. Он смело шел в Иерусалим. Он смело отвечал на все вопросы. Он пришел в храм, где он был так в запущении. В запустении был. Там продавали, там меняли деньги. Он мог выгнать их всех. У него было дерзновение. Мы также знаем, что после Гефсимании Иисус смело подошел к той толпе, которая окружила его. И он говорит, не трожьте их. Вот я, кого вы ищете. Возьмите меня. Да, когда он нес крест, его избивали. В него плювали. Его унижали. Но он уже смело шел. Когда его прибивали, пророк Исаия говорит, он был как агнец, который был введен на заклание. Он не произносил ни проклятий. Он не мстил за себя. Когда его подняли на крест, он не возмущался. Он говорит, Отец, прости их. Они не знают, что делать. Но вот этот момент в Гефсимании, что-то стало происходить с ним. Не было ни до этого, ни после Гефсимании. Эти душевные скорби, смертельные муки, death feelings. Они объяли его. They captured him. Это было такое давление. It was such a pressure. Некоторые говорят, он же был Бог. Some people say, well, he was God. Неужели он не мог справиться? Couldn't he deal with it? Вы знаете, в тот момент, you know, at that moment, когда он был в Гефсимании, when he was in Gethsemane, да я верю, yes, I believe, что Иисус стопроцентный Бог. That Jesus is 100% God. Но в тот момент, but at that moment, он был как стопроцентный человек, he was as a 100% с человеческими слабостями, with human weaknesses, со всеми переживаниями, with all the worries, этими муками, with these torments, эту болью. With this pain. И мы читаем здесь, and we read here, что во время этой борьбы that during this battle, он подходил снова к ученикам своим. He came up and approached his disciples again. И видел, что они спят. And he saw that they were sleeping. И он будил их. And he woke them. И он говорил им, and he said, пободрствуйте со мною. Come on, be watchful. И снова удалялся, написано. And once again, he went further away from them. И снова падал он. And he would fall. И начинал вопиять. And he would start to weep. И снова он кричал. And he cried out. Вы знаете, не было ничего нового. There wasn't anything new. Это были те же самые слова. It was the same words. То же самое он говорил. The same thing he kept speaking. Вы знаете, в нашей жизни бывают ситуации, когда мы проходим через определенные потрясения, когда мы испытываем определенную боль, когда происходят эти переживания, when these worries come, у тебя даже нет слов что-то сказать новое. You don't even have any words to say. Только Бог знает. God only knows. Когда ты не хочешь, чтобы тебя кто-то видел, when you don't want anybody to see you, тебе просто хочется преодолеть. Where you just want to overcome. Вы знаете, сколько людей сдаются на этом рубеже. How many people give up right at that point? Сколько людей, они просто остаются в поражении. How many people stay in defeat? Хотя это тот момент, even though that's the moment, когда происходит перелом в жизни. Where the turning of life starts. Я помню, как один служитель рассказывал. I remember a minister said, он говорит, что после одного инцидента, he said that after one accident, я находился в госпитале. I was in the hospital, у меня было повреждено бедро. And my hip was injured, и меня, говорит, восстанавливали. And they were trying to make со мной, me говорит, recover. В палате лежал человек, and there was a person laying in the same room with me, которому сделали операцию, who had a surgery made, которому поставили титановую кость в бедро. Who had a titanium bone stuck into his hip. Он уже был пожилым человеком. He was already an elderly man. Его раны начали заставлять ходить. And they were starting to make him walk. И он преодолевал серьезные боли в теле. And he was overcoming extreme pain in his body. И он сильно возмущался. And he was complaining. Он говорил медсестрам, he was telling the nurses, вы издеваетесь надо мной. You're tormenting me, это ужасная боль. This is incredible pain. Ее нельзя выдержать. You can't overcome this. И когда очередной раз утром пришла медсестра, and when the nurse came once again in the morning, он лежал на кровати, he was laying on the bed, и она снова начала его she started взбадривать, encouraging him, подталкивать на то, encouraging him, чтобы он начал ходить, начал наступать walking, на это
прооперированную ногу. On this leg that had surgery done to it. И он ей сказал: уходи. And he said, leave. Я не хочу тебя видеть. I don't want to see you. Ты причиняешь мне боль. You're causing me pain. И она говорит: and she said, если ты не встанешь, if you do not get up, то ты останешься инвалидом на всю will жизнь. Stay bedridden for the rest of ты your life. Должен преодолеть эту боль, you must overcome this pain, чтобы ты мог ходить. For you to start walking. Есть моменты в нашей жизни, there are moments in our life, где мы должны просто преодолеть, where we just have to overcome. Пройти через это. We have to go through во что бы то ни стало. No matter what it costs, одно мы должны помнить. We must remember one как thing, не было бы нам тяжело, no matter how difficult it Бог becomes, сверхсилы. God amongst power, Он не даст above испытаний. Power. He will never give us a trial Он знает, above our как power. Поддержать. He knows how to help us. Но во всей этой истории, in this entire story, мне больше всего удивляют what ученики. Impresses me the most are the disciples. Я часто думал, oftentimes I они thought, видели they saw все эти страдания. The pain. Они видели, they saw что это тот момент that у Иисуса. This was the moment in Jesus's life, Он не был никогда таким. Where he was never like that before, в таком смущении. In such agony, в такой борьбе. In such battles. И они не реагировали. And yet they do not react. Вы знаете, в нашей жизни in our life, иногда нам кажется, sometimes we think что наши трудности, that our difficulties, наши проблемы, our problems, нашу боль our pain, должны заметить все. Nobody can notice. Oh, sorry, everybody can notice. Но на самом деле, but in reality, бывают такие моменты в жизни, we have moments in our life, когда нужно пройти в одиночку, where we must just go through it alone, и выдержать весь натиск, and hold on that pain, выйти победителем, to come out victorious. У дьявола одна цель, the devil's got one goal, это сломить нас, it is to break us. Он знает, he knows, что после этого момента, that after this moment, мы выйдем на следующий уровень. We're gonna come out to the next level. Вы знаете, страх перед болью, pain, or fear before pain, перед трудностями, before difficulties, многих людей держит в младенчестве. Oftentimes holds people in their infant state. Я хочу вас призвать. I wanna call you. Если Бог позволил if God allows, Гефсимании прийти в вашу жизнь, Gethsemane to come into your life, Он приготовил для вас he's also prepared for новый you, уровень a new level служения, of ministry, который принесет много плода which will bring much fruit для Божьего Царства. For God's kingdom. Но более всего, but more than all that, это учит нас this teaches us понимать других to людей, understand other people, переживать с ними, to worry or сострадать, feel them, to, иметь to share это. The pain with them. То, что имеют люди. To have what people have. Вы знаете, я бы не хотел, I would not like чтобы мы оказались в категории учеников, us to be in the category of these которым было все безразлично. Who were just careless towards для них был дороже сон. Sleep was more important to them. Я знаю, что такое сон. I know what sleep is. Когда в течение недели when during the week, тебе приходится спать по 3-4 часа, 3-4 hours a night, может быть, 5 часов, maybe 5 hours. Когда у тебя сны с перерывами. When dreams or sleep is very broken. И когда вдруг очередной звонок. And yet another phone call а ты comes in. Только-только уснул. And you just fell asleep. Вы знаете, когда звонок по you каким-то know, when the call нуждам, comes with a need, это здорово. It is wonderful. Я всегда людям говорю. I always tell people, вы никогда не должны думать, you should never think что пастор слишком занят, that the pastor is too busy, что у него нет времени, that he has no time. Если пришло на сердце сделать мне звонок, не имеет значения, matter, какое время суток. Но не звоните, чтобы проверить but меня. Me. Я помню, как один брат, brother, он приехал, это было несколько лет назад, came, он приехал ко мне домой. Был третий час ночи. И в этот момент мы только легли спать. У нас допоздна были люди в доме. Только разошлись. Уже свет потушили в доме. И я стоял перед кроватью, чтобы лечь. И я увидел в окно, как фары светили. Я глянул в окно, кто-то подъехал. Я смотрю, вышел человек. И он не направился ко мне во входные двери. Он пошел к гаражу, я he понял. Went to the garage, I realized. У меня никогда двери не закрываются. My doors are never closed. Я тогда вышел в гостиную, walked out into the living room, встал за шкаф I stood behind a cabinet, и стал встречать этого брата. And I started waiting for this brother. Он через гараж вошел в гостиную he walked in through the garage into the living room, и потихоньку пробирался к дивану. And was creeping to the couch slowly. Прошел мимо меня, he walked right не заметил past me, меня didn't в темноте. Notice me in the dark. И только он хотел сесть на диван. As soon as he wanted to sit on the couch, я у него спросил, что-то случилось? Him, did something happen? Просто нужно было видеть, you should have seen как it. Он подлетел. He jumped.
Он так растерялся. He was so lost. Что он даже не успел придумать никакой that истории. He wasn't able to think of a story. Он мне говорит, я просто пришел, said, I just came чтобы проверить, to test you. Во сколько пастор встает. What time you wake up. Я просто хотел посидеть до утра и проверить, во сколько ты встаешь. Я ему говорю, но я еще спать не ложился. Он говорит, а ты знаешь, я сейчас не работаю. 8 часов сидел перед телевизором. Просмотрел столько кассет. И думал, что же еще сделать? Поеду проверю. Во сколько пастор поднимается? Вот такие вот проверки иногда бывают. Я помню, как один брат звонит мне. Где-то, может, было уже после 3 ночи. И сквозь сон я слышу, звонит телефон. Sleep, я хватаю его. И такой голос. Пастор, ты спишь? Pastor, you sleeping? Я говорю, нет, уже не сплю. Said, no, not anymore. А что, ты спал? Why, were you sleeping? Я говорю, ну, конечно, said, только уснул. Yeah, I just fell asleep. Я говорю, что-то случилось. Said, да нет, просто спроси. No, I just wanted спал to find ты или нет. If you were sleeping or not. Тут просто я вот не спится, думаю said, об одном I'm not thinking, I'm not sleeping, so I'm thinking хотел about узнать, stuff. Как ты думаешь об этом. See what you think about this. Вы знаете, разные бывают звонки. You know, different calls come in. Но однажды я помню, but once I remember, как мне было нелегко. How it wasn't easy for me. Был такой момент, я не буду подробности рассказывать, но я ощущал это глубокое одиночество. Не в том, что не хватало общения с людьми. Есть вещи, как будто ты переживаешь, как будто ты оторван. Я помню, я молился и просил Бога, чтобы Он дал это чувствование. Чувствование, что я не один. В основном, когда нужно принимать какие-то важные решения. Decision, вот здесь всегда приходит борьба. Для некоторых людей, people, как бы ты что-то не принял, no choose, им все равно. Ну, пастор сказал, значит, нормально. Said, вот так он. Все like равно that? Ему отвечать. It's still for him up to answer. Если не Господь, ему отвечать. So if it's gonna если be God, Господь, it's gonna be him мы все разделим это. Then if it is God, we're all gonna share the glory. Вы знаете, эти моменты бывают сложные. Я помню, я одну ночь, я не мог уснуть. И я просто обращался к Богу и говорил ему, Господи, так одинок. Такое впечатление, что я оторван. Я не ощущаю этих чувств. Вот этих пониманий. Все вроде бы как однообразно. И вдруг слышу, кто-то звонит. Я поднимаю трубку. И такой сонный голос брата. Сергей, извини, что я тебя разбудил. Я уже, когда стал звонить тебе, я понял, что уже 3 часа ночи. Я говорю, что-то ты хотел спросить? Или у тебя какой-то вопрос или нужда? Нет, нет. Я просто проснулся. И так мне хотелось сказать тебе, пастор, pastor, мы с тобой. We're with you. Мы любим тебя. И он положил трубку. Вы знаете, он после этого неоднократно извинялся. You know, he apologized for that когда multiple мы с ним встречались, when we met with him. Он говорит, что я делал? He said, what am I doing? Но он не знал, but he didn't know что просто Бог использовал that God used him in that moment. Это был просто взрыв. This was just an explosion. В той комнате, когда я был at that moment, when I was in the room alone. Вот эти слова сонного человека. These words of a sleeping man. Они просто показали. They just showed me. Я не одинок. That I'm not alone. Я в теле Иисуса Христа. That I'm in the body of Jesus Christ. Мы все вместе. Now we're all together. А это значит. And that means. Еще один рубеж будет преодолен. We're gonna overcome more. Еще одна цель будет достигнута. We're gonna reach another goal. Еще Господь будет прославлен. God's gonna be glorified through us. Возлюбленные. Beloved. Как важно иметь эти чувствования. How important it is to have these feelings. Как важно нам быть вместе. How important it is for us to be united. Можно проигнорировать. Можно сказать, меня это не касается. Say, можно просто сказать, у меня say, другая позиция. Это не моя позиция, position, чтобы с людьми что-то там. To do something with these people. Вы знаете, мы призваны служить you know, we're людям. Called to serve one another. Мы призваны. We're called. Меня всегда удивлял мой брат. I was always amazed by my brother. Когда мы приехали в Америку, States, мы часто с ним ездили на одной машине we на drove the same car oftentimes to work. И всякий раз, когда мы возвращались и
выходили на экзит на Милплейн. And every time we would return to come to take the Milplane next. На месте, где сейчас Walmart построен, right там было поле огромное. Well, Walmart is built. There used to be a big field. И мы ехали к нему домой вначале, там стояла моя машина. My house, my car would be parked there. И когда мы поворачивали, там стояли бомжи. And when we would turn, homeless people were standing there. И Алексей, мой брат, он всегда говорил, остановись. Hey, он открывал окно, подзывал. Open the window, call them up. И вы знаете, он всегда их чем-то угощал. He always gave them some kind of food. Как мог им объяснял. Whatever he could explain to them. Он спрашивал их, вы верите в Иисуса? He asked them, do you believe in Jesus? И я говорил ему. And I told him, Леша, зачем ты это делаешь? Lexi, why are you doing this? Ты вот дал ему там $2. You gave him $2. Он пойдет сейчас пропьет, he's just going to go and buy a beer. Или еще какие-то вещи. Or do something else. И он мне говорил, Сергей. He said, Sergey. Может быть, это и так. Maybe it's true. А возможно, это была проверка. Or maybe it was a test. Может быть, в лице этого бомжа. Maybe in the face of that bum. Стоял ангел. An angel was standing. И проверяет меня. And testing me. Вы знаете, мне было непонятно you know, тогда, что, I didn't understand почему at the так time. Делал. Why he would do that? Сейчас я немножко больше стал это Now понимать. I started understanding a little more. Он имел определенные чувствования. He had certain feelings. И он не мог пройти мимо. And he couldn't walk by them. Возлюбленные. Beloved. Мы уже так научились. We have taught ourselves. Давать всему оценку. To judge everything. Почему мы не делаем? Why we don't do something? Почему мы не служим? Why we don't serve Почему somewhere? Мы не заботимся? Why we don't care for У нас something? Есть на все ответ. We have a justification for it all. Давайте все это мы сдвинем. Let us move this all aside. И обогатимся чувствованием. And let us be enriched by the feelings, которые во Христе. Which are in Christ. И не себе будем угождать. And let us not please ourselves. А тем, those, за кого также умер Иисус. For who Christ died. Чтобы приобрести их, чтобы они пополнили Божье Царство. Церковь истина, она призвана служить. Я бы хотел, чтобы сегодня, может быть, когда закончится это служение, чтобы вы не ушли отсюда, такие, какие пришли, чтобы в вашем сердце что-то по-новому загорелось, чтобы вы откликнулись на то, что хочет сделать Господь. А у него желание, чтобы никто не погиб, но чтобы все имели жизнь. Перед тем, как мы будем молиться, я хочу еще подчеркнуть такую важную деталь о церкви. Я слышал этот пример. Он так сильно понравился мне, что церковь это как лодка. Вода. Озеро или река water, или океан the lake, the river, the или море. Ocean, лодка предназначена плавать в этих водоемах. The boat is built to float in these bodies of water. Вы знаете, есть три направления There are three церкви. Directions of the church. Есть церковь, это как лодка, которая всегда на берегу. There's a church that's like a boat that's always on the shore. Вы знаете, лодка не предназначена лежать на земле. A boat wasn't intended to lay on the да, shore. Она может лежать возле воды. Yes, it can lay next to water. Вы знаете, вода этот мир. You know, the water is this world. Есть лодки, которые они в воде. There are boats that are in the water. Они наполнены водой. They're filled with water. Церковь не должна быть наполнена миром. The church should not be filled with the world. Церковь должна быть чистой. The church has to be pure. Если лодка наполняется этим миром, if a boat is filled with this если world, лодка наполняется водой, if a boat is filled with water, она утонет. It will drown. Пользы никакой There will be no use. Лодка предназначена the boat is intended плавать по воде to float on the water и спасать тех, and to save those которые тонут. Who are drowning. Церковь the church это не лодка на берегу. Is not a boat on the shore. Это не лодка, которая заполнилась водой. It's not a boat that is overfilled with water. Это лодка, которая на воде. It is a boat that's on the water. Она может что-то сделать and it's able to do something для тех, кто сегодня нуждается for those в помощи. Who are in need of help today. Я хочу просто, чтобы наша церковь, она была лодкой на воде, to be a boat in the water, могла видеть эти нужды to see the needs, и могла восполнять их. And to fulfill these needs. Ты помазан Духом you Божьим. Are anointed by the Spirit of God. Ты призван Богом. You are called by God. Бог определил тебя для God этого, has prepared you for this, чтобы Его слава пребывала for His на твоей glory жизни. To abide on your life. Давайте зададим себе Let этот вопрос. Ask ourselves this question. Что я чувствую, когда я слышу о трудностях What кого-то? Do I feel when I hear about difficulties о чьей-то боли? About somebody's pain? О каких-то проблемах? About somebody's problems? Что происходит в моем сердце? What's happening in my heart?
Давайте будем всегда помнить. Let us always remember. Что в нас должны быть чувствования, которые во Христе Иисусе. Этот мир сегодня ждет. Он не ждет каких-то особых ангелов. Он не ждет каких-то особенных знатных людей. It's not waiting for famous, special people. Он даже не ожидает ничего от президента. It's not even waiting for anything from the president, from the kings. Сегодня мир нуждается в Иисусе. Today the world needs Jesus. И этого Иисуса этому миру. And the Jesus in this world. Можем открыть мы. Через служение этим людям. Through the serving of these people. Познакомить их с Иисусом. To introduce them to Jesus. Вы знаете, наши отношения с ним. Our fellowship with him, our relationship with him. Они будут всегда связаны. Со служением людям. Иисус сказал Петру, Jesus said to Peter, любишь ли ты меня? Do you love me? Он неоднократно его спрашивал. And he asked him multiple times, Симон и он. Simon of Jonah, но любишь ли ты do меня? You love me? И вы знаете, после того, как получал ответ after, Иисус, he received the answer of Jesus, да, Господи, люблю yes, тебя. Yes, Lord, I love you. Иисус говорил Jesus ему, say, но он не говорил ему, но молодец, Петр. Say, Good job, Peter. Я знал, что ты любишь I knew меня. That you love me. Он ему говорил, паси овец моих. Feed my sheep. Паси овец. Feed my sheep. Паси этих Feed овец. My sheep. Если мы любим его, If we love him, мы будем заботиться we will о других. Care for other people. Давайте мы встанем Let сейчас. Us stand up. Дорогая церковь, Dear church, когда враг нападает на нас, when the enemy attacks us, его цель his goal это остановить нас is to stop us и привести нас к поражению. And to bring us to defeat. Может быть, кому-то сегодня трудно. Maybe for somebody it's difficult today, и вы сегодня проходите эти потрясения. And you're going through these trials, продолжайте держаться за Господа. Continue to hold on to the Lord. Я хочу вам сказать, I'd like to tell you, вы не одиноки. You are not lonely. Господь кого-то поставил, God has placed somebody кто стоит в проломе, who is standing in the gap, кто ходатайствует. Who is praying. Вы знаете, мы призваны побеждать. You know, we are called to overcome. Иисус сказал, Jesus said, что побеждающий наследует that все. The overcomer inherits the мы world. Призваны побеждать. We are called to overcome. Мы не можем победить сами we по cannot себе. Overcome on our own, но победа, but victory победившая этот мир, is the, by the one who overcame есть вера this world. Наша. Is our faith. В чем эта вера? What is this faith in? Мы веруем, we believe что Иисус есть Господь. That Jesus is the Son of God. Hallelujah. Hallelujah. Имея Его в своей жизни, Having Him in our lives, мы обогащаемся Его чувствованием. We are enriched by His feelings. Тогда Then, никакие ограничения, no limitations, ни комфорт, no comfort, ни мой уютный дом, no, not my comfortable house. Вы знаете, люди жили в старых дуплексах, you know, people lived in old duplexes, в каких-то апартментах, in apartments. Они звали к себе домой. But they would invite people over. Когда они построили дома. And when they built homes. Они говорят, о, сейчас мы не можем. They said, hey, right now I can't invite anybody. У нас новый карпет. We have a brand new Вдруг carpet. Придут дети и запачкают What if the kids его? Come and make it dirty? У нас новая покраска. Oh, we have a new paint job. Они придут и разрисуют. Oh, the kids are going to come and draw on the walls. Возлюбленные. Beloved. Однажды мы будем отвечать за Once все это. Once we're going to be answering God for our Бог actions. Бог дал нам сегодня. God gave us today. Хорошую возможность. A good opportunity. Жить в этой стране. To live in this country. Иметь все необходимое. To have everything necessary. Мы не голодны. We're not hungry. Мы не раздеты. We're not naked. Мы имеем это все. We have everything necessary. Давайте будем иметь чувствование. Let us have the feelings. Которые во Христе Иисусе. That are in Christ Jesus. Пусть наши дома служат. Let our homes serve. Пусть сегодня наши машины служат. Let our cars serve. Пусть наше общение, Let our fellowship оно кому-то послужит. Serve somebody. Пусть наши финансы, Let our finances. Все, чем мы можем, Everything we're able давайте to do. Будем использовать, Let us use чтобы принести много плода to bring much в Божье Царство. Into God's kingdom. Давайте не будем безразличны. Let us not be careless. Давайте не будем говорить. Let us not say, меня это не касается. This doesn't bother me. Если ты что-то заметил, If you've noticed something, и внутри у тебя ничего не происходит. And nothing's happening inside of you. Проверь. Check yourself. Есть ли у тебя чувствования? Do you have the feelings? Которые во Христе Иисусе. That are in Christ Jesus. Сегодня это так важно. Today it's so important. Сегодня это важно церкви. Today it's important in the Church of Truth. Мы должны выйти на новый уровень. We must come to a new level. Это уровень. A level. Служить людям. Of serving people. Служение ближнему. Of serving our neighbors. Служить друг другу. Of serving people around us. Вспомнил одно место, я его все-таки прочитаю. I'd like to read it. Это
Римлянам, 12 глава. Romans chapter 12. Здесь говорится также о теле. It's speaking here of the body. С третьего стиха я читаю From такое слово. From verse 3 I'm reading. По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил. Ибо как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члена. В теле Иисуса мы одно целое, но порознь. Павел говорит здесь, один для другого. Один для другого. Individually, members of one another. Мы члены. We're members of Это one another. Это забота. This is care. Один для другого. One for another. Если я в теле, If I'm in the body, то в теле один для другого. Then in the body, one is for another. Не каждый по себе. Not everybody individually. Я сам по себе. I'm here for myself. О, английский поток меня это не oh, касается. Oh, English service that doesn't bother me. Вот там надо кого-то посетить. Oh, somebody needs to be visited. That's not for me. О, кого-то нужно отвезти. Oh, somebody needs a ride. А что, пастор, никого нету, что ли? What, pastor, is there not anybody else that can give him a ride? Да нет, ты вот здесь. No, you're here right now. О, не, я не могу. Мне oh, no, завтра I рано can't. Вставать. I gotta wake up early in the morning. А куда везти? Where do I have to take him? Да нужно вот в Бивертон. Right there человека. To Beaverton. О, не, не, oh, не, no, не, no. Ты знаешь. No, pastor. Я так подумал. I thought Сейчас about на дорогу идем. Man, that's an hour of driving. Я говорю реальные вещи, I'm которые you, real мы things. Видим. These Вы знаете, для этого happening. Человека просто так. Вот. А ты начинаешь думать. Где же эти чувствования? Where are these feelings? Другой человек подходит и Another говорит, comes up and слушай, says, нужно это сделать. Hey, we gotta Нету do this. Проблем. No problem. Я знаю, у него семья. I know he's got a family. Я знаю, у него болеют дети. I know he's got little children. Я знаю, что он встает рано на работу. I know he wakes up early to work. Проблем нет. He says, no problem. Почему так происходит? Why is this happening? Я думаю, сегодня нужно обновить I think we need to renew чувствования, the feelings, которые во Христе. The mind that is in Christ. Давайте мы закроем глаза. Let us close our eyes. Давайте мы позволим Духу Святому Let us allow the Holy Spirit сегодня говорить нашему сердцу. Speak into our heart today. Есть вещи, где мы должны покаяться. There are places where we have to repent. То, что стоит между мною What's и Богом. Standing between God and I. То, что мешает мне. What's in the way. Чтобы действительно Дух Божий мог прикоснуться. For God to truly touch us. Мы призваны быть чувствительными. We are called мы призваны реагировать. To react. Если один прогоняет тысячу, If one chases a thousand, то двое 10 тысяч. Two can chase 10,000. А если 100 человек? What about 100 people? А если 200? What about 200? А если 500 человек? What about 500 people? Возлюбленные, Beloved, дьявол сегодня боится The devil's этого. Afraid today. Когда мы один для другого члены. When we are a member one for another. Когда мы служим друг другу. When we serve one another. Когда мы служим людям when потерянным. We serve people that are lost. Когда мы их приобретаем для Бога. When we acquire for God. Вспомню, когда последний раз. Remember, when is the last ты не мог уснуть от того, you couldn't fall asleep because что ты стоял в проломе за кого-то you человека. Were interceding for a person. Ты не мог успокоиться. You couldn't calm down. Слезы лились из твоих глаз. Tears were flowing from your и eyes. Ты плакал, and you cried чтобы этот человек не погиб. For this person not to perish. Сегодня мы встречаемся с отступниками нашей церкви. Today we encounter and meet people who have backslidden and they Мы можем просто улыбаться им в лицо. We could just smile into мы their можем face. Спрашивать, как дела? We can say, how are как they поживаешь? Doing? How are you going? How's it going? И все на этом. And that's it. Этот человек идет в ад. But this person's going to hell. Почему ничего не вздрагивает Why внутри? Does nothing burden me Почему inside? Нет этих чувствований? Why do I not have these feelings? Вы знаете, что-то должно произойти с нами. Something's supposed to happen with us. Апостол Павел говорит, имейте те же чувствования, says, have the same mind которые во Христе that Иисусе. Is in Christ Jesus.
чтобы иметь сострадание, for us to have this care, чтобы иметь любовь, for us to have compassion, чтобы love, переживать за кого-то, for us to worry for others, чтобы стоять в ходатайстве, for us to stand in intercession, стоять в проломе, for us to stand in the gap, иметь те же чувствования, to have the same mind. Аллилуйя. Аллилуйя. Дорогой Отец, dear Father, во имя Иисуса Христа, in the name of Jesus Christ, мы пред Тобою сейчас. We stand before you right now. Мы не хотим однообразной своей жизни. We don't want to have our bland life. Мы не хотим ходить по замкнутому кругу. We don't want to walk in a locked circle. Мы не хотим жить только для себя. We don't want to live selfishly for ourselves. Сегодня мы приходим к Тебе. Today we come to you. Прости нас. Forgive us. За наше беспечие. For our carelessness. За то, что мы закрываем сердце. For the fact that we close our hearts. От нужд других людей. Towards the needs of others. Прости нас, Господь. Forgive us, Lord. Дух Святой, коснись нашего сердца. Holy Spirit, touch our heart. Чтобы чувствования, for the feelings, которые во Христе Иисусе, that are in Christ Jesus, они могли пропитать нас, to be saturating чтобы мы могли испытать этого, for us to experience this чтобы burden, мы не были как ученики в Гефсиманском for саду, us not to be like the disciples in the Garden of Gethsemane, которые спали, who just slept, когда тебе было так тяжело, when it was so difficult for you, когда ты так нуждался в молитвенной when you поддержке, needed their help, чтобы мы не были равнодушны, for us not to be careless, равнодушны к боли, careless towards pain, к нуждам, towards needs, трудностям, towards difficulties, к проблемам, towards problems, но чтобы мы были открыты, but for us to be open, чтобы мы любили Тебя, for us to love you, и любили людей, and love people, любили Тебя, love you, и заботились о людях, and care for people. Произведи эту работу в нашем сердце. Do this work in our heart. Святой Дух, произведи. Holy Spirit, do this work. Возлюбленные, молитесь beloved, в этом направлении. Pray right now. Господь что-то должен произвести. The Lord has to do something мы должны быть теми людьми, we have to be these people, для которых не безразлично, что происходит в этом мире. It's not careless of what's happening in this world. Не так уж много времени осталось. We don't have a lot of time left. Поэтому Дух Божий торопит сегодня. That's why the Holy Spirit is rushing us. Чтобы мы были вооружены. For us to be equipped. Чтобы мы были наделены. For us to be equipped. Для того, чтобы служить другим. To serve others. Дорогая церковь, dear church, еще очень важное, о чем бы я хотел, чтобы мы сейчас молились. Something else that's very important that I want to pray about. До тех пор, until, пока я не начинаю что-то делать, until I start doing something, движения Божьего не будет в моей there will жизни. Not be God's movement. Можно об этом молиться очень долго. We can pray about this for a long time. Господь, пошли меня. Lord, send me. Господь, используй Lord, меня. Use me. Господь, надели меня силой. Equip me with power. Господь, дай мне смелости. Lord, give me boldness. Но если я не приступлю, but if I'm not gonna start, если я не начну служить, if I'm not gonna start serving, если я не начну что-то делать, if I'm not gonna start doing something, эти слова не имеют никакой these силы. Words have no power. Сегодня многим today, на этом месте place, вам нужно уже перестать так молиться. Вам like просто that, нужно начать делать. С сегодняшнего служения today, начните service, делать. Начните проявлять отношения, внимание, заботу, care, молитву. Prayers. Не бойтесь брать бремя. Do not be afraid to take on the удалите burden. Всякий страх. Take away the fear. Не бойтесь, если что-то вас ограничивает. Do not be afraid of limits. Вы все равно будете удовлетворены. You will be satisfied то, что вы делаете для Божьего by what Царства. You are doing for God's kingdom. Бог будет могущественно использовать God вас. Will use you magnificently. Вы увидите плоды. You will see как Бог просто берет незначительное how God takes the и совершает свою работу в этом and creates мире. The work. Начните это делать start сегодня. Doing this. Не ждите какого-то особенного do призыва. Not wait for a special call. Этот призыв уже прозвучал. This call has already sounded. Иисус уже сказал однажды. Jesus has already said, идите. Go. И проповедуйте Евангелие. And preach the gospel. Покаяние. Repentance. И царствие мое. And my kingdom. Братья и сестры. Brothers and sisters. Все, кто на этом месте. Everyone that's in this place. Мы призваны. We are called. Служить друг другу. To serve one another. Когда я кому-то служу. When I'm serving somebody. Придет момент, кто-то мне послужит. The moment will come and you will serve me. Мы все зависим друг от друга. We all depend on one another. Но сегодня делай это. But we do this today. Сегодня кому-то, может быть, нужно
Просто дать $50. Today maybe you have to give somebody $50. Может, у кого-то нужда сегодня. Maybe somebody's in need. Может, today. У кого-то такая, что не знает, как заплатить maybe биллы. Somebody doesn't know how to pay his bills today. Может быть, за кого-то нужно просто сегодня. Maybe you have to just поддержать его нужно. Encourage somebody. Ободрить нужно. Encourage him. Может быть, кто-то сегодня в сомнениях. Maybe somebody is doubting кто-то today. В страхе. Somebody is in fear. Но просто никто никогда не подходит к нему. But just nobody approaches him. Возможно, сегодня Бог хочет maybe использовать today тебя, God wants to use you, чтобы ты ободрил этого человека, you to encourage this person, чтобы ты просто вдохновил бы его. For you to, bless them. Ты можешь это сделать. You can do this. Вы знаете, самая огромная победа — the greatest victory — это когда мы в мелочах, is when we, in the little things, мы проявляем внимание, we show attention, заботу, we show care, отношения, we show, помогаем. Care and sacrifice. Если мы это начнем делать, this, это самое сильное служение. This is the greatest power. Это не служение на платформе. This isn't, service on the это platform. Не позиция. This isn't a position. Это не титул. This isn't a title. Это быть простым. This is to be simple. Быть доступным. To be accessible. Быть жертвенным. To be sacrificing. И служить. And to serve всем тем, чем я могу. With everything that I can. И Бог будет прославлен. And God will be glorified. И плод будет для Божьего and Царства. And fruit will be here for the kingdom Hallelujah. Of God. Hallelujah. La presu raba kabore presu rebeliki tu raba la freseya. Роба кабуре береги турабала фанта раболе береги дай. Ким брешу ребелики сурабала вараболе брешиндея. Шибара ката раболе береги сурабала вандай. Возлюбленные, beloved, я бы хотел завершить эту молитву молитвой благословения. With a prayer of blessing. Не просто, чтобы мы помолились друг о друге. Not for us just to pray for one another. Не просто, чтобы это было формальностью, not for this to just be a formal но это prayer, молитва, but this will be a когда prayer, мы берем ответственность, when we take on the responsibility, благословляя ближнего, blessing the person next на служение, to, for the ministry, которое он получил от Господа. For this ministry that he received from God. Мы все получили от Господа. We've all received things from God. Поэтому мы не можем говорить, that's what we cannot say, что если мы получили, oh, if I received, что мы ничего не получили, that we did, that I did not receive. Мы получили. We did receive. Поэтому благослови того, that's кто рядом, bless the person next to you, в том, что он получил, in what he has received, для служения людям, for the ministry towards people. И начинайте это делать, and start working in this, во имя Иисуса Христа. Возьми того, кто рядом take с тобой, за руку, to hand, и начни молиться за него. Them, и кто-то будет them. Молиться за тебя в этот somebody момент. Bless you in this Бог moment. Приготовил нечто, God has blessed something, чтобы ты был использован for you to be used через служение людям through the ministry towards во имя Иисуса Христа. In the name of Jesus Christ. Лебре сураба каборе береги тураба лафанта раболе береги дай. Шимборо сураба лаборе береги тураба лафанта раболе береги сая. Шимбара боле береги тураба лафрей сураба лаборе береги дай. Шимбара боле береги дай.